Котелок, палатка и гитара станут главными атрибутами слета работающей молодежи «Мост». Он пройдет с 11 по 13 августа под Вологдой и объединит молодежные активы предприятий и организаций города. Участники получат возможность на 3 дня сменить привычный образ жизни, пройти испытания на командообразование и навести мосты с другими молодежными советами. В первый день слета команды предприятий и организаций оформят бивуак и место расположения команд, так называемый палаточный лагерь, в стиле своей организации. Кроме этого, в командный зачет пойдут результаты забега и сдачи норм ГТО. Еще одним этапом соревнований станет полоса препятствий. Это слет туристический, поэтому, конечно, таким основным соревновательным будет элементом эта полоса препятствий, которую готовят организаторы. Она будет непростая, она будет сложная, но действительно командный дух, плечо коллеги можно будет почувствовать на этой полосе препятствий. Не зря символом этого слета является мост. Мост соединяет сердца, мост соединяет предприятия. В данном случае молодежные советы городских предприятий и организаций города. Слет «Мост» – это знаковое событие для работающей молодежи города. Чтобы стать участниками выезда, необходимо до 28 июля подать заявку в молодежный центр «Горком 35» и собрать команду не менее 6 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Информацию можно уточнить в молодежном центре и на странице «Горком 35» в социальной сети. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.